Я помню, когда у Большого Урала собрались, это продали первый эшелон меди. По-моему, 8. Я могу в цифрах путаться, но это плюс-минус год. Это 88-89 год. Продали первый. Богданов был такой. Интересная с ним история. Были парни головастики такие, умные очень. Вот. И они первый эшелон продали меди. Медь брали с Пышмы 350 рублей тонна. И гнали ее, Айрбарс, и гнали ее в Германию, отдали по 1300 марок тонна. То есть выхлоп был просто бешеный. Вот это бешеные первые деньги тоже обвалились. Да, и их делили тоже, по-моему, весь. Ну, там были люди, собрались, делили. Потом из-за этих денег убили человека прямо в подъезде, зарезали. Вот с этого начались все преступления, да.